Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1518. События дня. 1 Тимофея 3:16. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. За 7 февраля 2020 года. Ну, наше обращение о помощи старости, помочь приобрести комбайн новый. Может быть, Господь пошлет человека, который поможет. Курсор останавливаете и прочитаете. И дальше 4 ролика про их семью в Арабашее. Тут все без обмана. Я просто буду проводить текст, считать не смогу даже. Видите как? Куда пропал Игнатий Тихонович? Мы все беспокоимся. То есть на неделе меня нету. Стихотворение мое.
Капрановый Игорь здесь. Ну, вот так, на этом все. Что дома сижу, еще я делал. Сделала мне Елена тут настойку одну. Мед растворенный в воде, и алоэ добавила туда, и надо компресс сложить на глаз, закапывать. Ну, делаю пока. Дальше не знаю, что будет. Все на этом.